Бежим, бежим, родной! Давай! Только выдохнись, я тебя придушу! Привет, дорогие зрители, с вами снова Артур. Сегодня мы посмотрим PlayStation эксклюзив под названием «Что скрывает тьма», что на английском звучит как «Here they lies». По-моему, перевод достаточно удачный, дословный и передает полностью все то, что хотели разработчики показать в оригинале, но тем не менее, насколько я знаю, это один из самых крутых хорроров на данный момент, и то, что он сделан под PlayStation VR, делает его еще более крутым, поэтому давайте посмотрим, и если нам оно хорошо зайдет, то, может быть, мы его даже и пройдем. Давайте смотреть. Итак, насколько я знаю, это на данный момент один из самых крутых, а может быть даже и крутейший эксклюзив для PlayStation VR. И при всем при этом я себя очень необычно чувствую в PlayStation VR, потому что после HTC Vive здесь на самом деле присутствует ряд нюансов, которые для меня, уже опытного пользователя VR-устройств, выглядят достаточно непривычно. То есть, допустим, здесь, ввиду того, что PlayStation 4 уже далеко не новая консоль, часть кадров дорисовывается в процессе и таким образом заполняется. Ну, вот игра, допустим, идет в 60 кадрах, а как вы знаете, для того, чтобы играть в это дело очень комфортно, ну, чтобы у вас не было никаких там задержек, в результате которых вы можете словить бледного, как говорится, нужно примерно 90 кадров. Так вот, PlayStation эти кадры сама как-то с помощью хитрых технологий дорисовывает, но при этом... Здравствуйте! Посмотрите вперед. Options для продолжения. Нажмите, удерживайте. Давайте я вам сначала расскажу. Короче говоря, разрешение низкое. Это сразу очевидно. Ты на это дело смотришь и понимаешь, что да, нужен PlayStation 4 Pro. Видно, что с прицелом на него все это дело в первую очередь и ориентировали. То есть, я думаю, когда выйдет через месяц PlayStation 4 Pro, она покажет полный потенциал этого дела. Вы сейчас ничего не видели и ничего не слышали. А я сейчас гляну. Да, у меня там все хорошо видно. Короче говоря, так, ладно, давайте осматриваться. Но даже в таком виде, то есть несмотря на то, что все у меня довольно мутненько, я думаю, у вас также будет, даже в таком виде это просто офигенно. И по уровню где-то, наверное, чуть выше, чем Oculus Decay 2, который на самом деле поначалу, когда ты его запускаешь, просто для тебя является... своеобразным отвалом башки. Так что для тех людей, которые к этому делу не подготовлены, это будет пипец как круто. Вот. У меня нет PlayStation Move, поэтому я играю с помощью геймпада, но эта игра, она и требует только геймпад. Есть более продвинутые игры, которые требуют отслеживания руками. Под них, если нужно будет, я приобрету PlayStation Move, ну, вместе с PlayStation VR, потому что эту версию мне дали попробовать PlayStation, собственно, русское отделение. Хорошо, давайте начинать. Для продолжения нажмите и удерживайте кнопку. Девочка, ты что там стоишь? Что такое принять? А, это... А, о, смотри. А что здесь есть? Управление. VR-режим движения, окей, не вопрос. Я не знаю, как это управляется здесь. Давайте начинать новую игру. О, господи, это было немного страшно. Тик-так. Полночь. Пора спать. Ясно. Хорошо, тетенька. Короче, еще пока у нас загрузка. Загрузки тут не быстро, я скажу следующее. Какими бы крутыми ни были технологии конкурентов, на мой взгляд, именно у PlayStation VR самое большое будущее. Именно в плане того, что, как я уже говорил в своих видео, именно игры делают в первую очередь платформу. И, как вы понимаете, у Sony гораздо больше возможностей сделать крутые игры. Соответственно, и многие игры сейчас уже зарабатываются с прицелом под VR. Activision, допустим, в Infinite Warfare добавила целую мини-игру, как и, собственно, Electronic Arts со своим Battlefront. Resident Evil, опять же. Ну, вы понимаете. Так что, я думаю, PlayStation VR очень светлое будущее. Здравствуй! Я думала, что разлюбила тебя. Девушка. Но, если честно... Я была рада снова увидеть тебя. Возможно, я ошибалась. Это очень круто. Не знаю. Это серьезный шаг. Приходи, когда решишься. Это круто, я не знаю. Я понимаю, что в таких моментах VR это круто, ну просто реально. То есть это пипец как круто. Она была как настоящая, у нее были такие здоровенные глаза,
И было ощущение, что ты можешь к ним притронуться, глазам, я имею в виду. Ну, вот это вот. Хорошо, но между тем... Управление в VR довольно необычное. Я правым стиком таким образом вот поворачиваю камеру, а левым стиком двигаюсь. Господи, что со звуком? Это, наверное, мои приколы. Короче, честно говоря, не знаю, что это было, и надеюсь, больше это не повторится. Но это какие-то затыки на моей системе. Сегодня вы просто не представляете, сколько проводов в PlayStation VR. Примерно столько же, сколько в HTC Vive. И эти консоли нового поколения VR, ну, я их так называю, они выглядят на самом деле как аппарат искусственного дыхания, потому что... Ого. Потому что проводов просто слишком много. По-моему, мы куда-то приехали. Воу-воу-воу-воу-воу. Парни, спокойно. Кровь? Серьезно? Мигающие лампы. Что может быть лучше? Господи, как темно. Я, пожалуй, пойду. Я уже чувствую, что в этой игре можно реально обделаться. Давайте не надо вот этого, ладно? Что, твою мать, происходит? За спиной, между прочим, тоже хороших звуков, так-то нет. Господи. Я ни хрена не вижу на самом деле. Вам-то я, как обычно, постараюсь осветлить. Япона, мать, это ж... Что это такое? Ладно, это было... Он выслеживает тебя. Кто? Поспеши. Я поспешу, пожалуй. Я не хочу, на самом деле, иметь ничего общего с этим мужиком. Вы знаете, управление, которое сделали в этой игре, довольно удобное. Я могу сказать, что я не сильно пугался, я привычен к такому, но когда ты... Вот в тот момент, когда ты это видишь, ты пугаешься. А когда ты уже такой вот... Ты думаешь, что нет, не страшно было. После того хоррора, который мы с вами по сей день играли на VR, это было как-то... Какой-то приз дали. Это было как... О, мое тело, видать. Господи, я красивый парень, стройный. Наконец-то, хоть в игре я буду стройным парнем. Дрожащее существо заползло в его постель. «Я люблю тебя», — сказала оно. «Ты принадлежишь мне, а я тебе». Но его рот был черной дырой, а кожа болталась на костях. Что, твою мать? Парень, займись, я не знаю, что ты сделай с ногтями. Это очень круто, я не знаю, это, наверное, очень сложно передать, но как обычно, VR. Можно я глотну кофе, пожалуйста? Я понимаю, что с таким графоном... Чё это? Из-за мути, из-за того, что картинка мутная, я не вижу, на самом деле, что находится уже на расстоянии где-то 5 метров от меня. Такое ощущение, что у меня очень плохое зрение. Но, повторюсь, эффект присутствия просто дикий вообще. Камера сама, я смотрю, подруливает время от времени, помимо того, что я еще вот так поворачиваю. Поэтому не так сильно укачивает, как могло бы. Но все же, я думаю, потребуется достаточно серьезный вестибулярный аппарат. Газета, на которой написано «Devastating reports from Dead City. Victims too numerous to be continued». В общем, ужасные новости из мертвого города. Огромное количество жертв. Я пойду, это тут такое ощущение, что... Нет, это не тут, это там. Hello. Карта метро, фига себе, у вас метро. Это что, это Лондон? Или что это? Видите, я туда смотрю, она автоматически маленько доруливает. Не надо. Ворона! Мертвая ворона.
Господи. Я уже куда-то уехал, по-моему. Хозяева, кто печатал? Я же знаю, что вы здесь. А, я могу это доставать. Внимательно. Вади! Когда ты вернулся? Скажи. Раз уж ты здесь, мы должны встретиться. Зажечь, как в старые добрые времена. Может, не надо? Вот только нужно выяснить, где я, черт побери. Улицы уже совсем не те, что раньше. Хорошо. Что здесь напечатано? Я не должен это читать, похоже. А вот, смотри, еще записка. А нет, это я могу положить. Положил. Нет, я ее по-любому хапаю. Ну, видимо, она мне нужна, эта записка. Видимо, она мне дорога. Стены, господи, как настоящие. Вау. Текстурки бычков, конечно, 89-й год. Не, но повторюсь, если у вас будет PlayStation VR, первым делом берите эту игру. Хорроры — это всегда самые яркие впечатления. Хорроры в VR... Надеюсь, это... он не опоздает. Милая, только милая, стой, иди сюда, я бегу. Милая моя темненькая девушка, иди сюда. Куда же ты бежишь? Ну, пожалуйста, ну я же тут, я рядом. Я красивый мужчина, как от меня можно убегать? В смысле? Ясно, хорошо. Это картина пульсирует или это что? Господи, что это вообще? Это удильщик? Это какая-то рыба. Ладно, пойдем. Я не знаю, сейчас что-то произойдет, я реально кончусь. Тут такое напряжение. Ну и атмосфера, я не знаю, я вот прям дико наслаждаюсь игрой. Она прям топовая. Мне безумно нравится. Я хочу шутер, типа Resident Evil, а хоррорный VR. Это будет просто бесподобно. И я уже точно знаю, я до последнего раздумывал, куплю ли я себе PlayStation VR. Я уже вижу, что я ее куплю. Что это? Это собачий череп сверху или что? Что там написано? Вот я не вижу отсюда, что там написано. Вот отсюда. Уже. Очень маленькое разрешение. Реально, это... Нужен PlayStation 4 Pro. Темновато, по-моему, нет? Хозяева? Господи, что так темно-то? Тихо, спокойно. Давайте не надо мигающих ламп. Я ничего не вижу. Вам, наверное, больше будет видно, чем мне. Вы этого наверняка не видите, но я сейчас очень сильно шурюсь, чтобы... Знаешь, я пойду отсюда, ну нахер, я реально не могу тут находиться. Я схожу... О, дверь открыта, кстати, она была открыта? Я не знаю. Там что-то было, я, наверное, мог это прочитать, но там было так темно, что оно того не стоит, ребята. Я сейчас реально... Я могу очень сильно закричать. Не хочу. Камера. То есть это не прошлое. По ощущениям это было какое-то, я не знаю, что-то наподобие Биошока по времени, то есть 60-е года. Оказалось, это современное, похоже, что-то, судя по камерам. Хозяева, хоть кто-нибудь тут есть, нет?
Отчего же вы тут все померли? Туалет. Что может плохого в туалете произойти? Так, написано вне игровой зоны. У меня камера стоит довольно близко, это, ну, вы понимаете, издержки. Надо будет с этим разобраться попозже. Господи, они сделали мое отражение. Я Хитман! Не самые лучшие картины, на самом деле. Что это? Усопшая женщина, бычок, который явно недоволен жизнью, и корабль, терпящий бедствие. Я сейчас напоминаю корабль, терпящий бедствие. Это очень жутко, когда страшный человек, а я реально страшный человек, повторяет мои движения. Что это такое? Сфера. Чувак, ты жив! Наслаждайся жизнью! Нет никакого вчера, нет никакого завтра. Есть только здесь и сейчас. Неважно, во что ты веришь. Неважно, истина или ложь. Кто-то умрет, а кто-то будет жить. Непривычное управление. Так, где я есть вообще? Почему я... А, вот, я уперся немного туда, все понятно. Я говорю, постоянно теряешься в этом виртуальном мире. Но вот сейчас я честно признаю, это лучший VR-хоррор, который я когда-либо играл. Еще ничего не произошло. И несмотря на то, что я не могу здесь как на HTC Vive. Не могу, короче, взаимодействовать с окружением в полном объеме, то есть руками хватать, трогать. Сейчас, на данный момент, эта игра просто топ по VR. Несмотря на не самый технологичный PSVR. Слушай, мы, по-моему, опять заходим в темный коридор. Я не хочу. Что это за тестер Роршаха, твою мать? Пойдем наверх. Камера, спасите кто-нибудь. Камера же не просто так работает, да? Там же кто-то есть на другом конце. У-ху! Свет, улица! Погнали. Да, людей тут не сильно много, я смотрю. И вообще, в целом, тут как бы все довольно печальненько. Давайте осмотримся. Дверь за мной закрылась. И теперь я могу двигаться в нескольких направлениях. Пожалуй, я буду двигаться вперед. Красиво у вас тут. Не очень, правда, но вы поняли. Мне показалось, что этот человек стоит. Вот опять же, из-за того, что низкое разрешение, объекты не такие, какими кажутся. Это просто какой-то шатающийся велосипед. Детки? Здесь есть детки? Что это вообще такое? Это сапоги? Кто там есть? Я реально хочу халфу. Я хочу халфу. Халфу VR. Кто попробовал эту игру, тот меня поймет. Здесь прям хочется схватить автоматы и начать мочить комбайнов. Я пока не могу, честно говоря, прочувствовать полностью атмосферу игры, но я думаю, это и заметно. Потому что я все время отвлекаюсь на разговор. Давайте уже как-то в игру вклинимся. Потому что, ну, это просто моя первая игра на VR, поэтому я так яро делюсь впечатлениями. Ну, в смысле, на VR, на PlayStation VR. Шо это? Алло?
извини, связь оборвалась. Ну, так, почему ты вернулся? А, стоп, я, кажется, понял. Ага, понятно. Ты к Дане пришел. Ну, дела. Ты что, хочешь вернуться к ней, да? Эй, что это? Там рядом кто-то есть? Там рядом кто-то есть. Кто там такой? Эй, ребята, хоть кто-нибудь, давай бидон возьмем, если что, чтобы кого-нибудь потоварить резко. Или стул вот этот. Я бы стул взял. Почему главные герои таких игр никогда не берут ничего для самообороны? Вы меня видели вообще? Я худой, как я не знаю. Это где-то здесь. Это твою мать вообще такое? О, у меня фонарик есть. У меня все это время был фонарик. Че ж у меня... Что ж вы мне не подсказали, что он у меня есть? Я не хочу даже трогать это. Хорошо, что в VR не передаются запахи. Иначе мне бы не понравилась эта игра. Я бы реально, я бы вот это не увидел бы без фонарика. Вот так вот. Вот так вот у меня просто черная стена. У вас наверняка светлее. Ох, жуть. Не спрашивайте, зачем я это делаю. Ох, твою мать! И оно шевелится все. Но под светом нет. Так я не могу с этим взаимодействовать. Поэтому я ухожу. Ну вас нафиг. Я бы сказал, что с вами хорошо, но даже это не будет правдой. Не знаю, куда иду. Тут столько мест, куда можно пойти. Ого. Не знаю, вот сейчас мне вообще не страшно. Мне эта игра сейчас напоминает... как эта игра называлась? Vanishing of Ethan Carter. Как все страшное произошло до тебя. Вы видели, этот дом только что, по-моему, приподнялся и сместился. Как это вообще возможно? Какого хера игра? Окей. Ну, звук-то шел оттуда. Не знаю, кто это делает, но если ты вылезешь, я тебе сломаю что-нибудь. И походу уже теперь точно сломаю, потому что... Господи, ты такая шумная. Ладно, пойдем дальше. А, темный переулок, что может быть лучше? Я бы туда пошел, на свет, но, конечно же, я пойду сюда. Иначе я не я. Детки, вы где есть вообще? Слушай, походу я отсюда никуда не пройду. Да и тут, походу, небогато. А, во, смотри, проход. Не, не то чтобы я жалуюсь, там, я как бы не хочу, чтобы меня пугали, но... Ну, вот это было жутко. Меня сейчас не шарахнет током, да?
Так, батарейки кончаются. Ясно. Но я пока не вижу, сколько у меня батареек, поэтому... Милая, милая, я тут. Неужели все так и было? Я уже не помню. Что же тут, мать вашу, произошло? Алло. Привет, Бадди. Что? Здесь была Дана? Только что? Тогда почему ты болтаешь со мной? Иди, не упусти свой шанс. Так вон она. Она же там была, я ее только что видел. Отлично. Лютая психоделика творится, я вам скажу, дамы и господа. Я очень рад, что у меня фонарь кончился на светлом месте, потому что... Игровые достижения сохранены, можно прерваться, развернитесь лицом вперед. Нажмите, удерживайте. Так, я лицом вперед сижу. Вот, вот так вот я лицом вперед сижу. Окей. Что это было? Разбитые бутылки. Слушай, а я, получается... Да, я туда не могу. Перепрыгивать я бы даже не рискнул, на самом деле. Ух, твою мать! Бляха-муха. Ну ее нахер. Ну ее нахер, я хер знает, куда я бежу. Ой, мама. Бежим, бежим, родной. Давай. Только выдохнись, я тебя придушу. Давай, 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 давай. Это не милая. Не, не... Господи, что... Какого хера происходит? Я не хочу. В магазине. Я увидел что-то, кого-то на улице. Быстро сбежал, но... О, боже, это было адское пламя. Пришлось идти обратно. Я не знаю, где я, черт побери, что творится в городе. И почему я ничего не помню? Господи, я когда-то думал, что убегать от монстров в VR это будет реально блевотронно. Господи, как я перепугался. Мама дорогая. Фонарь ты реально задрал. Мигающая лампа. Там что-то проползло. Отлично. Оно же не будет ползти обратно, верно? Ох, жесть. Я могу присесть, как...
Твою мать! Что это? Что это? Я не вижу. Это батарейки. Что-то не так, смылся отсюда быстро, света боишься, тварь! Бежим! Надо собирать батарейки, иначе хана. Я ненавижу эти узкие коридоры, это просто дичь какая-то. Какого хера игра? Кровь кругом. Слушай, ну вот сделали нормальное управление. Ой, короче, я постоянно отвлекаюсь на то, что делюсь своими ощущениями. Куда иду вообще? Где ты есть, тварь? Не открывается. Мать твою, проводов-то сколько? Это похоже на ловушку. Похоже на сраную ловушку. Ну, у меня игрушка была. Маленький светящийся такой червячочек. И знаете, я его положила на лампу, ну, чтобы он комнату освещал. А вот он грелся и, короче, светился. Mm-hmm. А мне темнота не нравилась, знаете, это, как в фильмах этих ужастиков. Ну, я знала, что там все не по-настоящему, но как бы, здесь у тебя все равно воображение, ну, что-то представляешь себя, ну... Что-то я даже не знаю, куда он делся, червячок этот. Потерялся, наверное. Может, вымылся. Держи в курсе. О, озвучка хорошая, да? Локализация торт вообще, на самом деле. Что твою мать? Она прямо здесь, да? Наконец-то дома, и все хреново. Кто-то побывал в твоем доме, трогал твои вещи, разбросал чужое барахло. А девочка у двери такая: нет, малыш, нет, все нормально, ты просто забыл, пожалуйста, малыш. У нас что, в итоге свет загорелся, нет? Ты же здесь, я тебя слышу. Я, походу, буду вынужден идти туда. Провода ведут сюда, на самом деле.
Стоять! Стоять, тварь! Ты боишься света! Ты боишься света! И чё? И чё? Ой, мама! Где есть? Пошел вон отсюда! В смысле? Тебе вообще плевать на меня, что ли? И чё, и чё? Приехала! Что это за сраная? А, это нормально? А давайте не надо. Давайте не надо такой нормальности. Плохая идея. Так, короче, ну его нахер, на самом деле. Я не могу больше в эту игру играть, у меня уже... Кто-то там говорит, типа, ты с такими играми доиграешься, ничего подобного. Я всегда понимаю, где игра, но пока я в игре нахожусь, я довольно сильно пугаюсь. Эта игра охереть какая страшная, и на самом деле, не знаю, у меня сейчас вполне возможно морда вся такая красная, ну как вот это вот бывает, да? Когда вот это вот очки там носишь и тому подобное. В общем, что я могу сказать, это пипец как страшно, и это реально круто, несмотря на то, что я говорил вот насчет этих технологий, то есть все реально мутно как-то, но при этом, и несмотря на то, что чувствуется небольшой input lag, то есть ты голову поворачиваешь, она где-то вот, ну, я не знаю, треть секунды, где-то такой, доли секунды, но задержка есть. И для очень многих это будет реально минус, потому что, ну, вестибулярный аппарат и тому подобное. Это была моя первая игра на PlayStation VR, которую вот я прям дома сел в нее попробовать поиграть. До этого я PlayStation VR как бы пробовал уже. Я могу сказать, что это реально круто. Я хочу какие-нибудь боевики с таким делом, но боевики с таким делом я, наверное, буду пробовать чуть позже. Сейчас я хочу хоррора. Эту игру я, наверное, буду проходить, но как-нибудь, я не знаю, не очень быстро, что ли, я не знаю. Вы поставьте лайков кучу под этим видео, чтобы я понимал, что это кому-то действительно нужно. Потому что игра реально интересная, но то, что вот в середине было вот это вот брожение по пустому городу, это было не так, чтобы увлекательно, ну, там, для атмосферы и тому подобное. Ой, короче говоря, мне очень понравился PlayStation VR. Не технологиями едиными, как говорится. Самое главное, это чтобы, ну, игры были хорошие. Игра реально хорошая, видно, в нее вложены деньги. У кого есть PlayStation VR, игру рекомендую просто вот безотлагательно, в общем, берете игру и все. Это, наверное, лучший хоррор на данный момент, ну, из тех, что я играл, по крайней мере, в VR. И, в принципе, на этом все. Увидимся в других видео на канале и, возможно, увидимся в продолжении, потому что мне интересно в это поиграть, но будем ли мы это делать с вами, это уже покажет, собственно, время и ваши комментарии. И на этом все. С вами был Артур, всего хорошего и всем пока.